Все страны третьего мира вносят свой вклад в борьбу за выживание человечества. И страна, которая меньше всего это делает, это Соединенные Штаты. Наша общая забота – это выживание человечества. Страны, входящие в Международный валютный фонд, разгоняют демонстрации слезоточивым газом. Вот вам демократия. В нашей стране этого никогда не было. Наша страна такая, в которой государство опирается на консенсус своих граждан.